октябрь месяц 2018 года. Солнышко в весах. Значит, по весам мы поддерживаем в себе гармонию. Мы придерживаемся такого почтительного, уважительного взаимодействия с людьми. Это этика отношений, это вежливость. Это всегда должно быть. Но именно когда солнышко в весах, могут быть такие ситуации, такие сюжеты, когда мы можем закрепить этот опыт, да, и сами быть счастливы, и другим людям вот дать это счастье нормального, красивого, теплого, дипломатичного, миролюбивого общения, взаимодействия. Солнышко вот так вот в весах, это хорошо, стихия воздух, поэтому, опять же, не закрываемся где-то в своих там ячейках, в сотах, а выходим на свежий воздух, дышим. Плутон, планета Плутон выходит из своего ретроградного, это было даже не движение, поскольку Плутон медленная планета, выходит из ретроградного положения, в котором Плутон находился целых 5 месяцев, и за это время тот, кто не смог, тот не смог. Кто не проявил свою силу, а закупорил ее, удерживал в себе, не знал, что с ней делать, отягощался какими-то своими неправильными страхами, переживаниями, то это время, ну, можно считать, что при ретро-Плутоне было использовано не оптимально, потому что нужно было от себя, от внутреннего содержания, от внутренней силы за 5 месяцев с 22 апреля по 31 сентября нужно было сделать выбор, нужно было сделать первые шаги, нужно было запустить уже в действие свои намерения. Наверное, что-то у нас получилось, что-то нет, но я сделала очень такие честные выводы за это пройденное лето, и no comments. А Плутон сейчас с 1 октября переходит в прямое движение, и сила, которая накопилась и которая именно уже ранее пыталась себя проявить, то есть эта сила, она живая, она подвижная, она та, которая уже просилась, применялась на практике. В таком случае эта сила будет идти на благо. Она будет трансформировать, улучшать, проводить что-то очень ценное в реальности. А там, где за предыдущие 5 месяцев человек как-то как застыл, никуда особо не сдвинулся, его не штормило, его не... как это, не разбирала на файлики, это, ну, как бы, на пиксели. Эта сила, когда все было, ну, ладно, ну, так. То такому человеку я даже не знаю, что порекомендовать, куда пойдет его сила, потому что сейчас в прямом движении сила ведет тебя, смелого, истинного, проявленного. А если до этого не было проявления или было очень слабое, то, ну, тут получается все непредсказуемо, и я не могу ничего сказать. Знаю только, что октябрь наполнен силой, которая хочет проявиться.